Астронавты НАСА сообщили об опасной утечке аммиака из системы Международной космической станции в открытый космос. По имеющимся данным, аммиак вытек из системы охлаждения и электросбережения. Каждая из солнечных батарей имеет свою собственную независимую оболочку. Подобные инциденты случались и ранее. В ноябре прошлого года американские астронавты уже выходили в открытый космос, чтобы ликвидировать утечку того же аммиака. Это вещество крайне токсичное, даже в малых дозах. Поэтому астронавтам предстоит серьезная операция по устранению источника утечки. На время работ они отключат систему охлаждения поврежденного узла на 48 часов. Эксперты НАСА при этом заверили, что внутри космической станции все продолжает работать в штатном режиме, экипажу ничего не угрожает.